Всем привет! Продолжаем играть Колобот. В Колобот. Так, сегодня нам надо сделать два упражнения. В разделе моторы. И первое, это терпеливый охотник. Будьте достаточно терпеливы и не израсходуйте все свои боеприпасы. И тень. Следуйте за ботом, как будто вы его тень. Окей, начинаем. Терпеливый охотник. До финиша не так уж и много. Ух ты, чё это? ТНТ. Угу. Чё они ездят? Ладно, нажимаем F1. Так, вы должны найти способ уничтожить 4 движущихся ботов мишени, не потеряв ни одного заряда. Заметьте, что после каждого движения цели будут оставаться неподвижными 1 секунду. Ага. Отыщите цель с помощью инструкции радар. Так, развернитесь в сторону цели. После поворота проверьте, не сдвинулась ли цель с места. Если нет, подождите 0,2 секунды. Еще раз проверьте цель на предмет смещения. Если нет, стреляйте, Fire 2, и подождите 2 секунды, пока до цели долетят пули, и она будет уничтожена. Для достижения цели существует еще много способов, кроме этого. Чтобы увеличить эффективность стрельбы, прицеливайтесь слегка вниз. Хорошо. Так, что они? Наверное, проще, конечно же, дождаться, когда у них у всех сядет батарея. И тогда их расстрелять. Таргет-бот. Что такое таргет-бот? Ну, давайте попробуем. Так, радар, таргет-бот. Давайте сначала сделаем вот так вот. Item. Так, object. Object у нас таргет будет. Т равно радар. Я так подозреваю, такого нету. А, не, есть, смотрите, таргет-бот. Интересно. Может, справки где-то? Кстати, жалко, что здесь нету поиска. Таргет. В скобках напишите название объекта. Таргет-бот. А тут нет таргет... А, это здание... О, роботы. А, вот, смотрите, роботы. Таргет есть, действительно. Таргет-бот. Колесный бот предназначен только для тренировки стрельбы. Он автономен. Учтите, имеет внутри ТНТ. Заряд. Хорошо, понятно, есть таргет-бот. Добро, тогда ищем бота. Потом Торн. Что у нас? А, Angel. Там, по-моему, да, Direction надо. Direction. А Direction у нас принимает позицию. Так, вот так вот, Т. Ну, давайте Wait. 1 секунду будем ждать. То есть будем на... А, нам надо еще while сделать. Окей. Или давайте for int i равно 0, пока i меньше 10, i равно i плюс 1. Так, сейчас посмотрим, как он там разворачивается и все такое. Точка запятой. Хорошо. А тут что не так? Нет функции с... T-position. T.position. Есть. Итак, запускаем. Так, вот он повернулся, Повернулся. Так, а как еще их можно завалить? Мы можем только крутиться. Ага.
Не, можно, конечно же, четко по градусам, да, там вверх, там, ну, если вот это у нас будет вверх, вниз, вправо, влево, стать и ждать, пока там не появится бот, и расстреливать его. Но. Это, наверное, будет неэффективно. Давайте сразу пушку чуть-чуть вниз. Aim. Минус 3. Дальше. После поворота проверьте, не сдвинулась ли с места цель. Ну, добро, давайте сделаем, как нам предлагают. Так, как нам проверить? Там, по-моему, distance, да, distance. Distance. Что нам distance возвращает? Ниже, разумеется. Так, рассчитывает расстояние между двумя позициями. Вот у нас первая позиция. Дальше нам надо... давайте вот так вот. P1. И Object P2. То есть две позиции. P1 и P2. Дальше мы нашли P1. P1. Дальше то есть мы его нашли. Потом P1 повернулись. Потом нам надо рассчитать расстояние между... А, нам теперь надо P2 узнать. P2 равно радар таргет бот. Есть. Теперь узнать нам расстояние. P1, P2. Так, что у нас тут будет? А distance возвращает нам по ходу float значение. Кто помнит? Float. Да, float. Значит, давайте тут еще float. Distance. И смотрим distance. D равно. Если D равно 0, то тогда, по идее, цель не сдвинулась. Зачем ждать? Если она не сдвинулась, то надо сразу лупашить. Давайте сразу будем стрелять. Если нет, стреляйте Fire 2. Давайте так вот. Fire 2. Получается, нашли, сдвинулись, потом опять нашли. Мы можем другого найти, конечно же. Вот, проверяем дистанцию. Если расстояние между этими точками 0, то стреляем. И wait, давайте 0. А, он говорит 2 секунды подождать. Хорошо. Так, это мы вырежем. Ctrl-X. А здесь давайте while запустим. Даже не while. Не, давайте while. Здесь все удалим. А здесь радар. Радар нам, по идее, если он вообще ничего не нашел, то он, по идее, вернет нам null. Так? Насколько я помню. Где тут? Где тут? Где тут? Null. Вот. Давайте еще. Int. Флажок какой-то равно 1. Пока F. P. Так, если... А, можно сразу break сделать и все. Давайте я тут true. Так, если P1 равно 0, значит делаем break. Завершаем нашу программу. Вот, тогда нам этот флажок не нужен. Так, ну давайте попробуем. Что такое distance? Нет функции. А, нам position. И здесь точка position. Вот так вот, походу. Окей. Ну, давайте попробуем. Чик. Бах, на тебе. Можно было и 1 секунду стрелять. Бабах. Да нормально, да, 1 секунду надо стрелять. Блин, у него батареи уже мало.
Ну давай, 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 друг, друг. Ё-моё, один промах. Эх. Неправильно, значит, давайте стрелять одну секунду и ждать одну секунду. Вот так вот. Да вижу я ж. А, давайте еще сохраним. Так, это у нас 4-4, походу. 4-4, а какая-то миссия? Давайте 5. Вот так. Итак, пробуем еще раз. Запускаем. Ну, стреляй, красавчик. Быстро, 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 быстро. Нет. Ну, мимо раз. Мимо два. Попал. Ну, за это попал. Миссия выполнена. Ну, нормально. Нормально. А что они там такие сейты давали, непонятно. Так. Следуйте за ботом, как будто вы его тень. Ну, хорошо. Следовать за ботом. Failure you are too, слишком далеко. Ну, блин, я только начал. Чё ты мне это пишешь? Фух, ладно. Могли бы это тоже перевести. Да ладно, нормально тут переведено все. Давайте нажмем F1. Так, искать целевую, рассчитать расстояние. Хорошо. Так. Циклы, циклы. Здесь много, конечно, всего написано. Ну, цикл понятно. Давайте сразу. While true. Дальше они говорят искать. Ну, это мы уже делали, искали. Давайте, наверное, откроем предыдущую программу. 4.5. Вот так вот. И это уберем. Так, нам надо найти бота. Вот я его нашел. Вот это можно не проверять, так как написано, он всего лишь один, этот бот. Дальше. Нам надо ехать. Они предлагают пользоваться функцией мотор. Но мне что-то мотор не хочется пользоваться. Position. Это мою, а тут P1 position. Вот. Я попробую. Как уже было в каком-то этом упражнении использовать функцию goTo. Вот я рассчитал дистанцию. Если d больше 5, то goTo если дистанция больше 5. Блин, хорошо. Ладно, go to. Куда нам ехать? К P1, так? P1. Position, наверное, вот так вот. А ну-ка. Нет, ему надо P.position. Хорошо, P. Так, go to. И ждем. Давайте подождем. Wait одну секунду. Иначе, Элзе, нам надо отъехать назад. Что они там советуют? Отъехать назад. Вот. Отходит назад. Но есть же еще функция move, о которой мы говорим минус, и он едет обратно. Поэтому давайте вот это distance разделить на 5 и минус 1. Так, длину делим на 5 и минус 1. Хорошо. Иначе. Move длину делим на 5 и минус 1. И тоже wait одну секунду. Вот так, фая уберем. Фая нам не нужен. Так, и этот wait тоже уберем. Ну, попробуем. Че нам P2 не надо? Флот надо, окей, нажимаем и запускаем. Едет, едет, едет. Окей, дистант. Бабах, блин.
Что-то пошло не так. Надо было не ждать. Давайте я вот это wait уберу. Потому что это нехорошо. Так, давайте заново запустим. А чё ты не едешь прям к нему? Не прокатывает наше go-to. Нам нужно все-таки работать моторами. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, F1 еще раз. Итак, давайте. Таргет нашли. Дистанцию нашли. Если лен меньше 5, ну, давайте. Если D. Как там написано, так и сделаем. Если меньше, значит, нам надо мотор. Мотор по-любому опять не отсюда не скопируется почему-то. Мотор LAN 5-1. Хорошо. Давай Ctrl-V. А, не скопировалось. Ура. Мотор LAN 5-1. 5 LAN разделить на 5-1. Так, иначе. Иначе. Иначе вот такая вот штука. Direction. Угу, надо еще Direction завести. Float dir. Вот, иначе, если цель слева, то мы крутим друг один мотор. Иначе, если цель справа, то мы крутим. Короче, вот так вот. Так, что у нас тут происходит? Нашли бота. Дальше. Рассчитали дистанцию. Есть. Если дистанция меньше 5, значит, отъезжаем назад. Если дистанция больше 5, направление. И дальше power. А зачем так поворачивать? Можно что-то turn не использовать. Блин, ну ладно, давайте так попробуем. Что здесь не так? Дир не объявлено? Где не объявлено? А, лен, вот же, это D у нас. D. Вот так, да? Таргет. P1. Все. Давайте с самого начала. И стартуем. Поехал. Давай назад. Как так-то? Он не успел отъехать. Офигеть. Он у нас слишком медленно отъезжал. Его со скоростью. Нет, надо скорость менять. Нам надо лучше всего. Лучше всего. Так, таргет. Лучше всего отъезжать, наверное, скорость побольше сделать. Так, и скорость тогда мы сделаем. Вот он едет назад. Давайте минус 3. Потому что что-то он медленно начал отъезжать. В принципе, он начал отъезжать, но медленно. Поехали. Давай, дружище. Стой, назад. Куда ты поехал? А, нормально. Назад. Блин. Давайте сразу. Давайте заново. Пока этот бот Давай, едь. Стоп. Назад. А чё он так разворачивается по-идиотски? Назад? Не, чё-то у нас не получается. Фу, вот так вот приехали.
Тренировочные миссии. Давайте клацнем вот эту программу и скопируем ее. Давайте, да? Ага. Не, можно скопировать. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас не так. Давайте вставить while true. Окей, а где переменные? А, переменные есть. Вот в цикле while true. Окей, давайте перезапустим и запустим вот эту программу, которая предлагается. Ну, едет он, едет. Давай назад. Distance. Блин, а с этой программой все отлично. Отъезжай. Distance. Окей, давай. Опа, отъехал. А чё у нас было не так? У нас же вроде такая же программа была. Но у нас этого null не было. Это раз. Дальше. Но был поиск. Потом был расчет дистанции. Да вроде все то же самое. Точно. Я там плюс сделал. Вот в чем проблема. Я просто скопировал, надо же было один минус сделать. Вот, поэтому он и поворачивал не так, как надо. Все понятно. У меня была такая же программа, но небольшая там отчепятка. Даже не отчепятка, а просто логическая ошибка. Так, а что он не едет дальше? Что такое? Что произошло? Тренировочный бот. Эй, друг, ты едешь? А когда закончится игра? Ладно, я, наверное, остановлю, пока это все не закончится. Короче, попытка номер не знаю сколько. Нужно 10 раз остановиться. После того, как 10 раз мы остановимся возле бота, то тогда бот отвезет нас на стартовую площадку. Но фишка в том, что даже вот эта их программка, примерчик, не идеален. Почему не идеален? Потому что бот, он рандомно ездит. Он разворачивается и начинает тупо на тебя переть, и ты тупо не успеешь. Вот сейчас, смотрите, бух! Ну как ты это сделаешь? Вот, я 9 раз уже, было так, что я 9 раз возле него остановился. И думаю, вот наконец-то сейчас миссия будет завершена. Но нет. Вот, сейчас смотрите. Ну вот как от этого уберешься? Он едет, бот развернулся и погнал на тебя. Вот. Поэтому я сейчас все-таки попытаюсь это вот таким вот способом все-таки подгадать хороший рандом. И вот сейчас проиграем. Вот, и пройти, чтобы не тратить. Хотя, наверное, за это время можно было что-то разработать. Какую-то программу. Но лучше это время оставим на то, чтобы уже в миссиях думать над такими вещами. Вот, сейчас. Ну, если он назад не поедет. Ай-яй-яй. Ё-моё, ладно, буду пытаться. Так, это просто жесть, ребята. У меня только что было, что бот самоуничтожился. Он остановился, потом решил ехать в стену, в заграждение. В результате он в нее въехал и взорвался. Я уже изменил дистанцию. Там не... Вот смотрите, что он делает. Это нереально. Особенно, когда он разворачивается на 180 градусов. Одно дело за ним реально ездить, когда он, едет куда-то вперед и может повернуть максимум на 90 градусов, вправо или влево. Вот тогда да. Ну а вот здесь, когда он резко развернулся и тупо едет на тебя, ну куда это годится? Вот смотрите, вот что, куда ты прешь? Это я расстояние увеличил до 6 там, метров. Вот. Надо сейчас попробовать до 7 метров поставить. Смотрите, вот 7 раз еще надо остановиться, и тогда миссия будет пройдена. Но фиг там. Ну, пока везет. Вот 6. Давайте посмотрим. Сейчас он, если развернется на 100... Не, нормально.
Давай, давай, только не, только не, вот так, красавчик. Вот так, на три, три. Куда ты едешь? Ну что ты делаешь? Два, нет. Ну вот, ну вот, вот, ну вот, вот что в этом случае делать? Да ничего не сделаешь. Давайте еще на 7 метров изменим. Это жесть. Реально. Да вот я тут 6 поставил. Давайте, ну, 7 еще поставим, да? Вот так. Ну, еще пару попыток. Если нет, то все. Ну, что тут сидеть, блин? Бот какой-то. Ну, куда ты едешь? Куда он едет? Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду, помер, ну, бывает. Так, давайте, вот эта попытка и еще одна, максимум еще две попытки. То есть вот эту и следующую, и все. Если не получится, то фиг с ним. Заканчиваем, переходим к следующей миссии. Потому что здесь долго думать над этой задачей, ну, не вижу смысла. Так, отъезжай, стоять. Окей. 7. Ну, пока. Ну, вот он, вот особенно когда он едет и в процессе движения еще меняет направление. Совсем некрасиво со стороны бота. Вот такое ощущение, что он специально самонаводится для того, чтобы я не прошел эту миссию. Вот куда... Бух! Так, ну и последняя попытка. Не получится, значит не получится. Так, последняя попытка. Слава богу, миссии открыты. Не зависит от того. Ну, точнее, задание. Прошел ты или не прошел. Итак. Стоп, а если сразу на финиш поехать? Наверное, не сработает. Ну вот, ну вот, ну вот. Не, колесами нормально, когда еще сталкиваются. Столкновения, в принципе, здесь неплохо сделаны. Когда колесами, то он еще даже типа подталкивает меня. Вот, но как только он своим долбанным ящиком касается моего бота, то тогда происходит взрыв. Еще 6 раз. Вот, ну, сейчас он стопудово развернется. А, не. Еще. Ну, по-любому. Сейчас, если даже мы 10 раз остановимся, он тупо вот сделает. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет. Не, пока нормально. Вот. Я думаю, когда он будет ехать уже к финишу, он развернется и поедет тупо на меня. Тем самым сделал нехорошую вещь. Ну, куда ты едешь? Фух, ух ты. Повезло. Прошли. Отлично, миссия выполнена. Спасибо. Это метод тыка, это тупо зависит от рандома все. Ну, если вы как-то решили эту задачу и так, чтобы у вас из 10 запусков 10 раз вы успешно подряд завершили, да, то есть 10 раз заново прошли, то тогда, ну, напишите, как вы это сделали. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.